Всех приветствую, ребята. Сегодня у нас 8 игр, все по порядку поиграем. Сегодня у нас привет, сосед. Красный шар 4, Гренни, Балди, ПВЗ2, Angry Birds Epic, Mario Kart и Brawl Stars. Во все сейчас поиграем. Садитесь поудобнее, берите чаек и погнали. 20-30 минут будет ролик. Значит, привет, сосед. Это вторая часть, я не знаю, может быть третья вышла, напишите третья, четвертая, какие вообще есть части, я еще поиграю, пока что на планшетах вроде больше ничего не вышло, если выйдет, я обязательно скачаю и поиграю. А, мне больше, конечно, наверное, первая часть нравится, потому что во второй я никогда ничего не понимаю, что делать, но как бы, ну ничего страшного. Вы просто просите поиграть, то все, вот я и немного поиграю. Ну и не думайте, что я долго буду играть. Это ж привет, сосед, я ж ничего не понимаю здесь. Суперсложная игра для меня. Ну я понимаю, что здесь надо игрушки находить, да? 8 штук или 12, я не помню сколько. Но, блин, их тут нету, где я могу их найти? Давайте внимательно будем играть. Может быть, они везде находятся, лежат где-нибудь, валяются, да? Я их просто не вижу. Так, смотрим здесь. Так, что это такое? А что так подсказка? Что это? И что? Что я должен делать? To switch between... А, я могу себе просто брать их, да? С собой таскать их. А для чего? Давайте попробуем принести туда. Может быть... Так и надо делать? Типа это считается как игрушка? Я не знаю. Может быть внутри коробки игрушка лежит? Сейчас мы отнесем, посмотрим. Все, нам вон туда. Так, ну что ж, идем сюда. Так, бросаем. Что-то не считается как игрушка. Походу, это не то. Ну ладно, давайте искать дальше. Может быть, где-то здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет! Спрятались. Вот у меня вопрос, вот мы спрятались, да? Если я сейчас просто выйду, он же опять меня увидит, опять за мной побежит. Как мне вообще по-нормальному от него убегать? Вот смотрите, я назад ухожу. А, не видит меня нормально. Так, ищем игрушки. Где игрушки? Что здесь интересного? Да ничего тут нету, я не знаю вообще, что искать-то. Ладно, погнали дальше. Red Ball. Вот это нормальная игра. Вот это я респект за такую игру. Смотрите, все пройдено. Просто посмотрите, 75 уровней в игре. Все на золотую звезду я сделал. Смотрите, просто вот каждый показываю. Просто показываю первый и последний раз. Все. Давайте попробуем последний уровень. Они, по-моему, суперсложные. 66-й давайте уровень. Так, что тут? Ого-го-го-го-го-го-го-го-го. Я не помню, что тут делать, честно говоря. А, все нормально. Мы выжили! Хорошо. Это супер быстро, надо было реагировать. Так, что тут у нас? Ключик, да? Сейчас все соберем. Оп. И наверх, он сейчас взорвется просто, да. Ждем, пока эти колючки исчезнут, и прыгаем вниз. Кстати, летучая мышь настоящая или это фейк? А, фейк, я думал, можно дотронуться. Так, если мы возьмем, они сразу все падать начнут. Мне надо взорвать, чтобы золотую медаль получить, поэтому я сейчас... Ну, нормально, он взорвется, все нормально. Так, здесь нужен... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А засчитала нам этого? Да, засчитала, что этот... Ага. Так, здесь просто супер медленно надо ехать. Вот так. Так, а что с этим делать? Что с ним делать? Ой, я не знаю, что с ним делать. Ай, поспешил. У меня сейчас вся жизнь закончится. Так, давайте попробуем... Вот сюда сразу. О, идеально, идеально. Просто идеально. Прям. Так, 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 надо еще взять. Опа. Отлично. Ой, чуть не умер. Уже нельзя быстро. Все. Вот это игра. Вот это то, что надо.
Вот это я понимаю. Вот в это можно играть. Так, если мы возьмем, мы сразу упадем. Скорее всего, не надо брать. Ой. Вначале я возьму тот ключ, а потом возьму уже на обратном пути, смотрите. Вот так вот надо. Оп. Видите, все гениально просто. Так, что здесь у нас? Так, не спешим. Оп. Идеально все. Так. Так, мне интересно, сразу две откроются эти штуки или только одна? Две, да? Так. Оп. Хорошо. Прыгаем вниз. Флаг. Звезды у нас тут. Я пока не беру их. Надо что-то с этим делать. А че он сразу взорвался-то? Я думал, вниз упадет, потом взорвется. Тогда мы, смотрите, сразу его... Оп, и сразу падаем вниз. Так, все исчезло. Теперь надо взять звезды. Ой. А у меня жизни закончились. Сори, ребята. Так, Гренни, я уже PvZ2 хочу. Просто там, может быть, обновление какое-то вышло, посмотрим. Хотя, если честно, вроде ничего не выходило. А может, вышло. Просто я уже не слежу за этим, но вдруг они что-то выпустили интересное PvZ2, новый мир там какой-нибудь. Ну, я думаю, вы писали мне в комментах. Походу, на игру забили просто. Третья часть какая-то непонятная, там типа вышла альфа-версия, никто в нее не играет, никому она не нравится. И мне кажется, ее удалят, ее не выпустят в третью часть, потому что то, что они сделали, это ужас какой-то. Поэтому я вообще в шоке. Вторая часть не обновление уже, можно сказать, не выходит. Третья часть не выйдет. И новая будет, наверное, с нуля разработка. В идеале они бы продали эту компанию, PopCap, какой-нибудь другой компании, чтобы они, ну, нормальную игру сделали. Блин, какой тут ламповый телек. Вы посмотрите. Вы просто посмотрите на это. Посмотрите просто. Просто посмотрите. Хотя, кажется, на микроволновку похоже сейчас. Такие микроволновки, кстати, выходят. Вот представьте, микроволновка только черная, например. Это реально микроволновка. Так, у меня уже на телефоне даже батарея садится. Ну ничего, я думаю, успею все снять. 20% батареи стало. Эти сколько на iPad осталось у меня? Я прям тут все прям разряжается. Ой. Ладно, я и не особо хотел. Давайте быстренько балди, быстро умрем. И идем по PvZ2 играть. Дальше, что там еще? Кстати, сколько у меня еще зарядка? Зарядка 10%. PvZ2, Angry Birds вообще класс. Ой, не та игра у нас. Теперь вот балди. Давайте поставим максимальную сложность. Просто максимальную. Меня сразу поймают за 5 секунд. Полиция приехала. Может быть, я полицейский такой, знаете, вот реально. Я приехал такой в школу. Че тут, че как вообще, что происходит? Чук. Кстати, фонарик как будто два раза. Сейчас смотрите, раз-два. Че за фонарик такой? Типа, чуть-чуть подсветка, и потом максимально включается. Типа, не разогрелся, что ли? Такие есть фонарики, я просто не знаю. Овечка Долли, знаете, это первая овечка, которую клонировали. Вообще первое животное. Вообще первое, что клонировали, это овечка Долли, по-моему. Но она, кстати, клонированная долго не жила. Она быстро умерла почему-то от какой-то болезни. Возможно, из-за того, что когда клонируют, допустили какую-то ошибку, или это плохо все работает. А что он так поймал-то быстро? А, так я не проиграл. Меня кто-то поймал, но я не проиграл, смотрите. Я просто появился где-то. Так что игра продолжается. Здесь не одна жизнь. Здесь можно... А может быть, меня не Балди поймал, а кто-то другой. Здесь, типа, вот тут, наверное, выход. Когда ты соберешь все 7 штук, надо вот сюда прийти, и все, и игра пройдена. Но я сюда вернусь когда-нибудь. Хотя я игру проходил уже, помните? Я уже игру проходил, да. Просто, ну, это было какое-то видео долгое. Минут 40, наверное, нашло. Я, наверное, из 40 минут 20 минут в эту игру играл. Я все эти книжки, тетрадки нашел. И потом прибежал. Правда, там надо было что-то еще было сделать. Типа, была закрыта дверь, и нельзя было убежать. Но я все сделал, и все заработало. И я прошел все. Не ожидал его здесь увидеть. Я думал, он сзади идет. Ну, ладно. Так, все, надо интернет включить, потому что если обновление выходило, сейчас вот запустим PvZ2, и там что-нибудь обновляться будет, так что... А пока обновляется, у меня есть возможность вот это взять. Приятного мне аппетита. Ом-ном-ном-ном-ном.
числа. Небольшой патч очень быстро обновилась. Скорее всего, ничего не добавили. Новая пиньята просто. Сейчас посмотрим. Так. Зайдем сразу в магазин, посмотрим, сколько всего, что продается. За 100 это ерунда. Может, костюм продается, кстати, я проверяю еще иногда. А где костюмы могут быть? Не, костюмов нету в продаже, как я понял. Они, если есть, то здесь где-то появляются. Короче, нет костюмов. Надо зайти вот сюда и посмотрим, сколько растений у меня нету в конце они. Там, я знаю, уже много нет у меня. Ультомату. Ультомата был в прошлый раз или нет? И вот это... Нет, что-то добавляют. Вот это было, я помню. А вот этих вот, вот айсблума я не помню. И ультомата я тоже не помню. То есть они их добавили. Сейчас, если их добавили, значит, в пиньяте они должны быть. Давайте посмотрим пиньяту. Вот они здесь должны быть. Всегда как бы реклама такое новое растение выходит, чтобы его покупали или пытались открыть. Рекламируют таким образом, что в пиньяте есть. Но походу нет, здесь пиньяты нет. Наверное, в Battles режиме, может быть, там что-то есть. Рискованно, конечно, там поставил. Это я уже понял сейчас вот. А мы можем пока заморозить их и второй еще поставить. То есть нормально будет. Вот этого с лопатой мы не убьем, кстати. У него же защита, типа, он сейчас будет выкапывать. А, вот смотрите, нормально сработало. Сейчас должны убить мы его. Если что, заморозка есть, назад отбросим. Нормально убили. Я думал, у него больше здоровья, мы не успеем. А, тут все с лопатами, зацените. Просто все с лопатами побежали. В каждой линии. Так, у нас тут еще мистер Гаргантюа пожаловал. Давно я их не видел. Давно я еще в ПВЗ не играл, если честно. Что-то как-то... Давайте тогда вот так сделаем. По-моему, это лучший вариант. Я не знаю, что еще придумать. Там надо мага убить, который внизу, потому что он сейчас будет превращать всех. Надо что-то с этим делать. Очень много мелких по центру. Я их назад тогда. Сделаем вот так. Убили, кстати, мага этого. Теперь Гаргантюа надо, наверное, назад его все-таки пока что. Мы не готовы его убивать, у нас урона очень мало. Будем не спеша так справляться с ними, сражаться. Так, чувак с лопатой сверху убили, второй еще с лопатой сверху идет. По центру что-то проблема, я их назад тогда. Так, у нас еда есть, это хорошо. Три еды есть, это нормально. Я думаю, тут двойную скорость можно ставить, ничего сложного. Мы можем вот так сделать. Гаргантюа можем назад отправить. Потом можно вот так гриб поставить и просто, смотрите, вот так. Пум. И все. Довольно-таки легкий уровень. Хотя казалось в какой-то момент, что можно проиграть. Так, ну что, здесь ничего не выпадает, поэтому мне все равно на эти паки. Вот, открываю все подряд. Раньше мне как-то интересно было, костюмы были, а сейчас... Сейчас какая-то ерунда. Сейчас полная ерунда выпадает. Ну что, это было ПВЗ. Давайте тогда Angry Birds еще посмотрим. Эпик. Прикольная игра. Ну, Angry Birds Epic тоже, к сожалению. Обновлений уже больше года не выходит. Все, что было, уже давно вышло. Если даже, честно, мне кажется, 2 года уже обновлений не выходит. Я вот точно не знаю, но я не помню, что вообще когда-то обновлял игру. Может, там какие-то баги исправляли в игре. По-моему, в магазине уже этой игры нет, на самом деле. Angry Birds Epic с магазина пропала. То есть можно скачать только если вы до этого скачивали. Так, что у нас тут на продажу? Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте все купим. Потом как-нибудь скрафчу это все. Пока не хочу крафтить. У меня мало золота и там ресурсов, скорее всего, не хватит что-то крафтить. Так, ну что, я люблю, знаете, что делать? Идти в пещеру вот в эту. Пойдем в пещеру, а? Я тут прошел первую часть этой пещеры, но тут частей 20, наверное, есть в этой пещере. Вот вторая. Здесь надо просто все время помощника брать с собой. То есть, как правило, надо вот так брать. Матильду я беру, потому что она лечит хоть как-то.
И мы здесь берем вот этого чувака, ведь он самый дорогой, самый сильный, типа 184 силы, 25 уровень у него. Может за 15 монет взять, у меня есть монеты золотые, но я не хочу тратить их сейчас прям. Если уж прям суперсложный уровень, тогда я, может быть, потратил бы. Ну что, и пусть они дерутся. А у меня золотой этот. Золотая морковка у меня. Это за донат. Я задонатил, помню, как-то. $5 стоила она. Ой, какая морковка. Золотой перец, ребята, извините за мою ошибку. Какая это морковка, о чем я вообще? Это перчик. Вот он используется, смотрите. Бам, как 1500. Ничего себе, как сильно. Да, но тут тройной уровень. Три волны. Посмотрим, как дальше они... У меня какие-то сильные птички, если честно. Один удар и все. Я что-то... У меня имбовые какие-то птицы тут. А первый это паладин, что ли, у меня? Да, он восстанавливает здоровье, как Матильда, по сути. С Матильдой ударит, восстановится на здоровье. И мой главный ред, птичка красная. То есть, по сути, меня убить не могут. Ну, пока что не могут, потому что сейчас довольно-таки легкие уровни. Чуть дальше будет сложнее. И это, кстати, может быть не вторая часть пещеры, а третья, я уже не помню какая. Это я сейчас не смотрел, я говорил вторая, но вдруг это я дальше уже прошел, я просто не помню. Просто я на андроиде с нуля играл, и на андроиде у меня другое сохранение, а это сохранение для iOS. Они разные у меня как бы. В iOS я больше играл, у меня больше прогресс. А Android я с нуля играл, поэтому там не так далеко я все прошел. И там хуже птички одеты у меня. Там плохое оружие, плохая защита. Ну, не защита, а в целом. Ну, вы поняли. Артефакты хуже. Но урон здесь нереальный. 360, 322. И этого добиваемся. О, хороший урон. Что мы выиграли тут? Какая награда? Покажите, пожалуйста, мне награду. Награду в студию. Вращайте барабан. Да ладно. Вращайте барабан. Опа, очки. Это что? Новое? Это что такое? Это что-то... Это блупринт, ну, типа схема для крафта. Но это намного хуже то, что у меня уже есть. То есть. Так, ну давайте смотреть. Ну да, все правильно, это вторая пещера. О, кстати, смотрите, я даже сундук тогда не открыл почему-то. Сейчас вот, или его добавили, то ли я слепой не видел, не знаю. Вот сундук был закрыт. Смотрите, это, смотрите, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая. 17, 19, 20, 21, 22, 23, 20... Сколько их? 24, 25, 26. 26 всего. Вот, есть люди, которые прошли, я уверен. Так, моя любимая на данный момент игра, что можно на мобильных устройствах поиграть, на телефончиках или на планшетах, это Angry... Ой, какой Angry Birds? Это Mario Kart Tour. Рекомендую. Игра просто-просто конфетка. Не обязательно донатить здесь ничего. Здесь все доступно. Классная игра. Просто 10 из 10. Молодцы, Nintendo. У меня, кстати, зарядочка 4%. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А мне сейчас Mario Kart надо еще одну игру успеть показать. Как бы у меня сейчас не выключился бы планшет. Ай. Тут же и Wi-Fi используется в этой игре, и графика хорошая. То есть эта игра такая требовательная для батарейки, для процессора, для всего. Так, ну что, у меня тут что-то пройдено, что-то не пройдено. Погнали играть. Вот. Wario Cup. Так, значит, за этого чувака вот так вот, вот так вот. Поехали. Здесь, если задонатить, купить премиум аккаунт, $5 в месяц, по-моему, стоит, то можно 200 скорость, 200 кубометров. Объем двигателя 200, а тут 150 бесплатно можно. Если 200 поставить, там просто больше очков дают еще. Больше очков, все намного лучше. Больше звезд можно заработать. А за звезды можно еще там много чего интересного открывать, бонусы всякие. Валюту получать, кристаллы красные, которые самые ценные, на них можно все что угодно потом, по сути, открыть. Но это как лутбоксы здесь, но... Я не особо люблю лутбоксы, но здесь так сделали. За 5 кристаллов один лутбокс можно открыть. Но они показывают по процентам, например, там самая редкая вещь 1% или даже меньше, чтобы открыть. То есть реально сложно. И максимально можно 100 лутбоксов только открыть за каждый месяц или каждые там 3 недели. То есть тут каждые 3 недели ивент меняется, что-то новое. И вот так вот сделали. Такие дела. Так, по центру бананчик. Ускорение. Погнали. Первый круг пройден. Здесь всего 2 круга. Я бы сделал 3, на самом деле, но это сделано для того, чтобы на телефончиках
буквально 2 минутки поиграть. Ну, супер короткая сессия. Тут загрузка дольше иногда идет, и выбор персонажей, чем сама гонка. Иногда трассы супер короткие. Это еще не самая короткая трасса, бывает короче. Кстати, игра что-то подтормаживает. Возможно, из-за того, что батарея у меня садится. У меня, наверное, никогда не тормозила. То ли мне кажется, но реально как-то рывками идет. Возможно, потому что мы миллион игр открывали и не закрывали. Я же играю тут по 8 игр, а они в памяти планшета остаются, я же их не закрываю, по сути. Можно сейчас в любой момент вернуться. Здесь 4 гига оперативки, по-моему, или 6, я не помню точно. По-моему, 4 гига в этом iPad. Если брать новый iPad Pro, максимально 1 терабайт памяти, то там 6 гигов оперативки, а так во всех остальных по 4, насколько я помню. Вот такие данные у меня. Так, ну что. Кстати, забыл, как этого чувака зовут, за которого я сейчас играл. У него какая-то кликуха странная. Видите, он есть зеленый, вот второй, который за мной ехал, а это синий. То есть, типа, Ларри, по-моему, Ларри его зовут, вот. Но, по-моему, второго по-другому зовут. Какой-то из них Ларри, наверное. Это, наверное, братья, я не знаю, в чем отличие между ними. Я не Супер Марио Нинтендо Бой, так сказать. 5%, прикиньте, в этой игре iPad даже зарядился, офигеть. То есть эта игра не сильно требовательная, что ли? Ну, возможно, кстати, Nintendo все могут. Может быть, реально так. Ну что ж, у нас последняя игра Brawl Stars. Я хочу сейчас этот режим Battle Royale поиграть. Там, где ты один против всех. Можно, конечно, там вдвоем с кем-то побегать. Там случайный персонаж какой-то к тебе присоединяется. Но я что-то не... О, что такое? Новый апдейт, новый бровер. Мне все равно какой-то новый. Мне еще половина даже не открытая. Там... Так, бесплатно берем что-то. Что-то еще бесплатное есть. О, как игра классно идет, очень плавно. Мне нравится. Так, новые ивенты. Здесь надо что-то нажимать, чтобы получать какие-то вот бонусы просто так. Халявные. Я в прошлый раз Розы играл. Давайте попробуем Эль Примо. Им поиграем, давайте. Погнали. Ближний бой. Я не люблю стрелять особо, потому что он как-то... Ну, не очень удобно это сделано. Ну, в плане на телефоне не очень удобно. Хотя можно привыкнуть. А вот в ближнем бою мне больше нравится. Пусть они дерутся, короче. Я тут буду кристаллы собирать. Блин, что они дерутся, серьезно? Тут вот самое главное, это вот это все повыбивать, сильнее стать. У тебя потому что и здоровье быстрее восстанавливается, и больше его, и больше урон. Короче, все круче. Я с какими-то нубасами играю или что? Давно такого не видел, чтобы такое было. Они с друг другом дерутся. Может быть, какой-то ивент есть, типа убить много? А, он взял, короче, силу, этот стаканчик взял, и поэтому так быстро меня убил. А я не понял, почему я умер так. Это какая-то новая тема сейчас, ивент идет. Видели, там стаканчик был, надо было напиток взять. Я просто не знал, что он такой сильный, я бы взял, конечно. Я думал, так здоровье восстановит или что-нибудь такое. Нет, давайте еще раз, до победы, до победы. Я должен победить, короче, я должен быть первым. Блин, я там победил бы, если просто не убежал бы от него, потому что я же не знал, насколько урон большой стал. Потому что у меня реально высокий левел был. Вообще все круто было у меня. Так, ну что, идем сюда. Я не понимаю, что они вообще не бьют ничего. А, он напиток снова взял. Да что за бред, реально? Он берет напиток и просто вот этот вот... Где он там его взял, кстати? Он, наверное, в кустах появился. Меня просто убивают какие-то чуваки, которые берут вот эту вот выпивку и все. То есть сейчас вот реально можно без разницы, сколько у тебя кристаллов, просто берешь, идешь, убиваешь. То есть ты быстрее бегаешь, быстрее атакуешь, я так понимаю, больше урон. Поэтому все играют очень странно, они все вот эти напитки ищут. Ну что это за бред? Мне не нравится. То есть весь скилл заключается в том, что найти напиток, подбежать и убить кого-нибудь.
Так. У меня семерка. Главное, без напитков, пожалуйста, ко мне. Блин, 5%. Зачем мне это уведомление? Я понимаю, батарейка садится. Интересно, сейчас напитки будут появляться или нет? Отлично, минус 2. А вот напиток есть. Все, погнали. Я не знаю, сколько он действует, правда, по времени. Сейчас посмотрим. Я, кстати, не убил бы. Ну, напиток просто закончился. Мне кажется, он где-то еще появится. Вот этот напиток. 3 осталось игрока. То есть еще где-то один чел. Я не хочу спешить, потому что этот напиток сейчас где-нибудь появится, мне кажется. Я хочу, чтобы они начали драться, и потом я попробовал что-то сделать. А, он напиток, кстати, взял, этот чел. Ну все, я обещал вам победу. Короче, вот победа. Если бы я знал про напитки, можно было и предыдущие игры выиграть. То есть там ничего сложного не было. Так, ну мы что-нибудь откроем, там какой-нибудь пак. Сейчас посмотрим, может что-то интересное выпадет. Сейчас посмотрим. Дайте что-нибудь интересное. А какой у меня рейтинг сейчас вообще? Ну, слабенький рейтинг, я думаю. 2000 это вообще ни о чем. Естественно, рейтинг падает, кто знает вообще, если не играть, например, месяц, у меня рейтинг упадет или он останется 2100? Скорее всего, не падает, но просто так спрашиваю. Вдруг какое-нибудь ввели нововведение, знаете, кто не играет, чтобы у них падало. Что такое инбокс? Заходи, мне кто-то написал. Миха ТВ хотел со мной поиграть. Друзья в онлайне у нас тут есть. Except. Смотрите, 5000, 7000. У меня, наверное, вообще, смотрите, вот друзей у всех... О, 16, это мои друзья, да, 239 друзья, да, все это, 16 тысяч у него. Тут вообще какие-то нубасы есть ниже меня, мне интересно. Ну, кто-то должен быть, наверное. У меня 200, вот, 160-е место у меня. А самый худший, это новички, наверное, там, только первый раз запустили, да, он. Они с Фейсбука, они, может, даже в игру не играли. Видите, у них ноль, давно не было их, друзья с Фейсбука. Ну, в общем, вот такие вот игры у нас сегодня были. Наконец-таки я закончил, я успел. Короче, 3%, вот смотрите, 3% зарядки осталось. В общем, такие вот игры. Надеюсь, вам понравилось. Ух, по-моему, было неплохо. Мне вот последние вот эти игры понравились. PvZ2, Epic и Mario Kart и Brawl Stars. К сожалению, они не самые популярные у меня на канале, поэтому приходится играть типа в «Привет, сосед» и прочие грэнни вот эти вот. Так что не обижайтесь, такова ситуация сейчас на YouTube. Смотрят такие игры, а нормальные игры почему-то никому не нужны. Не знаю почему. Но надеюсь, со временем все поменяется и будут все играть в хорошие игры, в интересные игры. Ну все, до новых встреч. Кодовая фраза Mario Kart Tour – лучшая игра на телефоны и на планшеты на данный момент. Все, увидимся, пока. Передавайте всем привет от меня, кто не досмотрел до конца.